Легион здесь, дорогие друзья, всем привет! Вы ждали этот ролик, и вот он наконец вышел. Да-да-да, это последняя часть концовок. Сразу хочу прояснить, что этот ролик я делаю с температурой, поэтому если что-то будет не так с озвучкой, то вы понимаете почему. Многим явно еще, наверное, интересна причина задержки этого ролика. Что ж, поясняю. Я долго не мог выбить эти последние две концовки, а потом еще навалила учеба и все, времени просто ноль. Ну и вот, собственно, мне наконец-то удалось найти время, чтобы сделать этот ролик с концовками. Собственно, вот он и как бы сделан, и вы его смотрите. Ну и также хочу еще сразу сообщить, что на мой взгляд это самый скучный ролик с концовками, потому что оставшиеся два финала оказались не особо интересными. Но все же их вам надо показать. Что ж, за дело. Для получения обоих финалов вы можете играть любым подходом. Главное условие – это спасти Чарли от Джоан. Но не вызывать ее в конце, а просто идти самостоятельно спасать детей. На моменте, когда Джек достигнет Юджина, начнется действие, которое ведет уже как раз таки двум последним финалам. Сразу хочу предупредить, что отвечать вам надо точно так же, как я это делаю в ролике. Иначе босс вас откатит в начало главы, и Джек уже не убьет Юджина. Будьте внимательны. Должностей на таком пути я никаких не получал, но пока пытался выйти на эти финалы, я получил вот такие вот должности. Способы получения сейчас у вас появятся на экране. И еще. Свое мнение по поводу концовок я озвучивать не буду, потому что они не вызвали у меня каких-либо эмоций. А раз эмоций нету, то что говорить-то? Собственно, давайте, погнали. Ты же хорошо дерешься. Просто избей его. Ю, есть два типа людей, с которыми даже дручу нам лучше не связываться. Первый — это психи, а второй — алкоголики. Мелкий ублюдок. Это же ты, да? Ты все сделал, а? Ай. Ты тут шнырял и вынюхивал в последнее время, да? В глазах постепенно темнеет. Юджин. А? Ну-ну. Спокойно. Боли больше нет. А? Босс? Да. Ты отлично справился. Мне очень жаль. Я умер. Да. Ты не обязан прощать меня за то, что я показал тебе, что такой выбор возможен. Но я горжусь тобой. Детей удалось спасти. О. Ты спас две такие юные жизни, Юджин. За то, что ты проявил такую великую доброту, все твои провинности списались. Ты доволен? А? Доволен ли я? Ага, это была не самая плохая жизнь. Я тебе завидую. Хочешь перейти границу? Или ты хочешь вернуться со мной в загробный офис? Я хочу перейти границу. Отлично. В добрый путь. Отринь все страшное, все болезненное. Оставь позади. Без всяких сожалений. Покойся с миром. Я устал. Я страдал. И потому решил упокоиться. Обрету ли я покой там, за завесой? С искаженным болью лицом босс смотрел, как я шел к краю. Внезапно мне в голову пришла мысль, что он никогда не обретет покой. Конец. Ну, этот арт мы с вами уже когда-то видели. Ага. Это была не самая плохая жизнь. Я тебе завидую. Хочешь перейти границу? Или ты хочешь вернуться со мной в загробный офис?
Я хочу вернуться в офис. Отлично. Тогда вернемся вместе. Все тебя ждут. Призраки загробного офиса приветствовали меня со слегка печальными лицами. Я видел, как страдал Люк и плакали дети. Я подумывал прийти к ним во снах и сказать, что все в порядке, но не сделал этого. В конце концов, смертным лучше забывать мертвых как можно скорее. Конец. Так, этот арт мы с вами видели. И теперь мы видим полную картину того, как выглядят все концовки. Вот они все вместе. Собраны наконец-таки, после долгой задержки. Да уж, проделано было немало работы. Вот и закончились концовки загробного офиса, а вместе с ними и мои ролики по этой игре. Но к проектам данной студии мы скоро уже вернемся вновь. Если вы не в курсе, то скоро выходит новая игра. Выбор Арго. Эта игра будет связана, так понимаю, с 7 Days, которую мы проходили, и ссылка на прохождение в случае чего есть в описании. Так что ждем выхода и... вновь мы с вами, я так понимаю, встретимся. А пока я с вами прощаюсь и показываю все внешности Юджина на разных должностях. У меня не хватает лишь двух, но я думаю, это не критично. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are.